Привет! Привет! Вы на канале Мистер Макс. Сегодня мы открываем киндер! Большой киндер, а в нем куча маленьких. Так, что это у нас? Можно я покажу ближе? Это у нас киндер, внутри которого 7 киндеров. И они из серии Луни Тюнс. И 2 яйца будет серийных. Вот с какими-то такими героями. И такие разные игрушки могут попадаться. О, руки крутятся. Крутятся руки, ничего себе, ну. И это тоже, смотри, видишь? Да. Класс. Так, привет, киндер. Готов открываться? Сейчас мы его чпок. Я сам открою. Хорошо. Открываем. О, аж высыпались. Макс так поспешил открыть, что аж высыпалось все. А было все вот так вот построено там. Ну что ж, доставай киндеры. Будем открывать и смотреть, что там за луни. Кто там? Что там? Чудик-робот! Чудик-робот! Ай, рассыпались! Давай, может, мы достанем киндер отсюда? Давай! Давай! О. Вот так вот будет стоять наш киндер. Нам попался такой вот чудик-робот. Это из серии животные. Такие какие-то драконы, крокодилы. А вот и вся коллекция чудиков таких. Так, Макс выбрал какого-то дракона. Он есть дракон, такие ушки у него драконичьи. И хвостик точно драконичий. Как... Такой, огнем не дышишь? А, что так плохо открывается. О, вот так вот. Вот, там даже дырочки треугольные драконичьи. Что там? Так, капсула желтая, значит, тут не луни. А кто тут? Перевертыш! Перевертыш кто? Это собачка и кабан, и клан. Вот такой вот перевертыш нам попался. Или собачка, или кабан. Вот коллекция перевертышей. Вот наш кабан и клан. А вот и наша собачка. Гав, гав, гав. Что там? Фиолетовая кисточка. А ну-ка. Ух ты! К нам попалась кисточка такая с зеленой и фиолетовой краской. Тут есть разукраска такая. Разукрашка. Можно здесь вот с зелеными фиолетовыми красками все так сделать красиво. И такую вот собачку тоже с бабочкой разрисовать. А вот и вся коллекция этих кисточек. Это осенняя такая кисточка с леечкой. Очень красиво. Бим-бим-бим-бим. Туда капельку водички и пошли рисовать. Открываю. Открывай следующий. Готовы бороться с киндерами? Готов бороться с киндерами? Да. Открывать их всех. О, оранжевая. Кто-то будет из луни. Кто-то? Кролик! Кролик-девочка. Да? Кролик-девочка.
Нам попалась девочка-кролик, на скейте катается. А вот и вся коллекция Looney Tunes Show. Вот она, наша девочка. Катается на скейте. У скейта колеса крутятся. Такой классный. Полетела. Желтая капсула. Значит, здесь не серийная игрушка. Волк. Волк, а ну-ка. А, это из этих, из северных животных. Нам попался какой-то северный волк. Или волк, или песец, не знаю. Какой-то Canis lupus arctos. А вот и вся коллекция северных животных. Наверное, все-таки волк. Вот этот, наверное, песец какой-то, а вот этот волк. Вот он, наш волк такой. Серый волк. Ау! Ау! Белый волк – это северный. Наверное. А этот волк – это лесной. Понятно. Он на луну воет. Да. Чуть-чуть побитые. Ничего страшного. Оранжевая. Оранжевая, значит, тут кто-то из Луни будет. Утка. Утка. Черная. Показывай. Не девочка. Угу. Спортсмен. Спортсмен, да. Он на перекладине. Подтягивается, наверное, да? Да. И вообще там выходы делает всякие. Вот наша утка. Вот вся коллекция Looney Tunes. А вот и наш спортсмен. Он вот так вот может крутиться на перекладине. Все спортсмены. Да, так опа, и висит вниз головой, видишь? Да. Оп. А если его поставить, то можно так вот. Вообще он крутится прямо на перекладине. Вот это спортивная утка. Кря-кря. Последний киндер. Наверное, там оранжевые. Не, оранжевые уже не будет, потому что две игрушки из Looney Tunes мы уже открыли. Желтая. Желтая, да. Мотоцикл, похоже. Мотоцикл с каким-то львом или тигром. Нам попался какой-то такой тигровый мотоцикл. А вот и вся коллекция этих мотоциклов животных. Тут и какой-то краб, какой и акула, краб? И лев, и тигр. Какой краб? Вот смотри. Да. Вот мы собрали нашего тигра. Такой клевый мотоцикл. Переднее колесо маленькое, заднее большое. Ставь лайк и подписывайся на канал Мистер Макс. Пока-пока. Пока-пока.